1870 года. Лондон. В этом доме на Мейтленд-Парк-Роуд часто встречались Карл Маркс и первый переводчик «Капитала» на русский язык, эмигрант Герман Лопатин. Во время оживленных бесед гость не раз слышал от хозяина это имя. «Такие труды, как вашего учителя Чернышевского, — говорил Маркс, — делает действительную честь России. Его политическая смерть — это потеря для всего ученого мира. Для того, чтобы в подлиннике читать Чернышевского, Маркс изучил русский язык. Читал он внимательно, с карандашом в руках. Некоторые статьи законспектировал. А в России в те годы Чернышевского называли государственный преступник. И даже имя его было опасно произносить вслух. В настоящее время мне 35 лет. Цвет волос русый. В детстве, как у многих поволжан, был рыжий. Лицом я некрасив. Глаза у меня серые. Человек, очень много учившийся, еще больше думавший о предметах очень серьезных, между прочим, о человеческом сердце, и о любви, и о поэзии. Публицист очень суровый и чрезвычайно грубый. Эти слова Чернышевский написал в Петропавловской крепости. Сюда, в кондитерскую Вольфа на Невский, здесь всегда были свежие иностранные газеты, ходил Чернышевский в 1848 году, чтобы жить хотя бы мысленно общей жизнью с бойцами баррикад, потрясенной восстаниями Европы. Узнав о расстреле австрийского коммуниста Роберта Блюма, 20-летний студент пишет: «Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, торжества свободы». Санкт-Петербургский императорский университет. Здесь в мае 1855 года состоялась защита этой диссертации. Материалистические идеи русской эстетики, провозглашенные Чернышевским, быстро принесли ему широкую известность и ненависть врагов. Прекраснодушные либералы. По словам Ленина, Чернышевский ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность и холопство перед власть имущими. Вот как издевался Чернышевский над либеральными проектами освобождения крестьян. Отнимем у них землю, снимем с них все, до последней рубашки. Пусть лучше не голые идут по миру, с одними крестами на шее. Когда-нибудь поправятся. Годы крестьянской реформы журнал «Современник» стал генеральным штабом прогрессивных сил России. Сотрудники редакции обычно собирались в квартире Некрасова. Чернышевский работал за этой конторкой.
Он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя через препоны и рогатки цензуры идею крестьянской революции, писал Ленин. У него были друзья, соратники, прежде всего Некрасов, Добролюбов. Статьи его по-прежнему в религиозном отношении лишены всякого христианского значения, в законодательном, противоположно настоящему устройству, в философском, полны грубого материализма, в политическом одобряют революции, отвергают даже умеренный либерализм, в социальном представляют презрение к высшим классам общества, странную идеализацию женщины и крайнюю привязанность к низшему классу народа. Доносы тайных агентов. Строки из отчета о похоронах Добролюбова. Вся речь Чернышевского клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвой правительственных распоряжений, и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, одним словом, что правительство уморило его. Из бывших на похоронах двое военных в разговоре между собой заметили. Какие сильные слова. Чего доброго, его завтра или послезавтра арестуют. Из Петербурга ничего особенного не получил. Должно было сделать несколько новых арестаций, между прочим, Чернышевского. Найденные бумаги доказывают явно сношение с Герценом и целый план революционной пропаганды во всей России. Брат Александра II, великий князь Константин, слыл также и великим либералом. Он ответил царю: давно пора с ним разделаться. Письмо анонима генералу Потапову. Спасибо вам, Александр Львович, что засадили Чернышевского. Спасибо от многих. Только не выпускайте лисицу. Это опасный господин. Тюрьма ломала многих. Даже крепких и мужественных людей. Больной, потерявший в камере половину зубов от цинги, Чернышевский работал. Яростно, упорно. Несколько томов беллетристики, научных трудов, переводов за 2 года. И среди бесчисленных рукописей это «Что делать?». Кстати, на полях романа множество расчетов. Чернышевский изобретал какую-то машину. Инженеры утверждают, что это расчет турбины большой мощности. Десятки учреждений занимались его делом. Чиновники исписали горы бумаг. И все же оснований для сурового приговора не было. Потребовались услуги обыкновенного провокатора. Царизм не смог сломить революционера. Тогда он попытался публично унизить его. Но во время обряда гражданской казни эта маленькая девушка бросила цветы на эшафот.
Мнение передовых людей эпохи выразил Герцен. Чернышевский был вами выстрелен к столбу на четверть часа. А вы? А Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему? Проклятие вам! Проклятие, если возможно, месть! Содержавшийся в Санкт-Петербургской крепости государственный преступник Николай Чернышевский сего числа в 10 часов пополудни отправлен в Тобольский приказ со ссыльных с назначенными для сего жандармами генерал-лейтенант Сорокин. Государь-император изволил читать. Таким был Чернышевский незадолго до ареста. Вот каким сделали его всего несколько лет каторги. В Сибири было тогда много ссыльных поляков, участников восстания 1863 года. Один из них, Сахачевский, неплохо рисовал. Среди набросков портрет Чернышевского. Эта фотография снята по приказу жандармов на случай побега или похищения Чернышевского. Причины для опасений были, ведь сотни молодых революционеров зачитывали запрещенными книгами Чернышевского. Его учениками называли себя члены русской секции интернационала. Рахметов не был красивой выдумкой писателя. Вспомните Германа Лопатина. «Ясная, критическая голова, терпелив и вынослив», — говорил о нем Маркс. Лопатин совершил смелую попытку освободить Чернышевского. Он добрался до Иркутска. Его схватили. Но Лопатин бежал. Причем привез с собой в Лондон рукопись романа «Пролог», где издал его с помощью Маркса. Чтобы исключить малейшую возможность побега, Чернышевского переводят еще дальше на север, в Якутию. Вилюйск. Почта раз в два месяца. Врач за 700 верст, когда есть дорога. Из письма жене. Милый мой дружочек Оленька, здесь началась весна. Снега не видно уже нигде в окрестностях. На реке лед почти совсем прошел. Деревья еще не распустились, но травка уже показалась. Есть и цветочки, некоторые очень миленькие. Я мало знаю их по именам, я вложу их в это письмо. Его мозг требовал работы. Только Вилюйский Чернышевский написал 14 романов. Но писатель знал, что их ожидает попадение в руки жандармов, и он бросал рукописи Вилюй, лист за листом. Двадцать лет. Где-то за тысячи верст отсюда росли его дети. Старилась жена. Он помнил ее такой. Помнил разговор, что произошел между ним и невестой. С моей стороны было бы низостью связывать со своей жизнью еще что-нибудь. Я делаю вещи, которые пахнут каторгой. Да, я слышала это. У нас скоро будет бунт. Я приму в нем участие.
вместе с Костомаровым? Едва ли. Его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня. Не испугает и меня. В тот далекий февральский вечер Николай Гаврилович вернулся в этот дом и в этой комнате, может быть, за этим столом, написал эти страницы дневника. Он ничего не утаил от своей невесты. Он открыл ей, что живет в мире беспокойных идей, борьбы, опасений, неизбежных страданий, и она стала его спутницей. Их беда была в том, что созданная Чернышевским семья была разлучена с ним на долгие годы. С точки зрения идеальной, по большому счету истории, их брак был полной удачей. Только глубоким стариком смог вернуться Николай Гаврилович в родной город Саратов. В этом старинном саду он любил отдыхать с газетой или книгой в руках, но поблизости от него обязательно находился некий человек в черном. Саратовский губернатор хорошо оплачивал труд этого человека. Когда любопытные саратовцы обращались к нему, вы не скажете, это Чернышевский? Он всегда отвечал, нет-нет, это совсем другое лицо, проходите. Царизм боялся Чернышевского по-прежнему, даже имени. В октябре 1889 года Чернышевского не стало. В этом году Владимиру Ульянову исполнилось 19. Узнаете почерк? Эта нелегальная фотография принадлежала молодому Ленину. Моим любимейшим автором был Чернышевский. Все напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строчки не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. От доски до доски были прочитаны великолепные очерки об эстетике, искусстве и литературе. Чернышевский хлестал буржуазную экономическую науку, это казалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу. По воспоминаниям Надежды Константиновны Крупской, уже в Кремле, в кабинете Владимира Ильича, стояло полное собрание сочинений Чернышевского, который он в свободные промежутки времени перечитывал вновь и вновь.